мероприятие. Это действительно относительно новый формат для нас, для онкологов, когда мы можем дискутировать над какими-то клиническими случаями. И моя тема посвящена увиальной меланоме. И если мы посмотрим с вами на этот обзорный слайд, то мы понимаем, что первичной опухолью, первичной увиальной меланомой на самом деле занимаются специалисты-офтальмологи. И мы, как онкологи, отнюдь с вами не любим эту подгруппу пациентов, понимая их прогностическую значимость для нас. К сожалению, несмотря на метод лечения первичной опухоли у специалистов-офтальмологов, приблизительно у 30-40% пациентов, по разным данным, возникнут метастатические проявления. И около 90% этих метастатических проявлений будет локализоваться в печени. И, к сожалению, высокий процент смертности говорит нам о том, что то, что сегодня мы имеем из арсенала лекарственных средств, оказывается крайне неудовлетворительным для нас. Но на самом деле, если мы посмотрим, я очень люблю этот слайд, и особенно он мне понравился относительно недавно тем, что я смогла дополнить эволюцию лекарственного лечения метастатической увиальной меланомы. Я очень надеюсь, что скоро мы перестанем считать эту опухоль фатальной, и я покажу вам некоторые новинки, которые прозвучали и на различных конференциях, и в том числе, да, пока это западные, но есть и наши возможности, и я их постараюсь тоже сегодня продемонстрировать. И дело в том, что вот, в принципе, о чем я вам говорю, это эра химиотерапии, которая была активна и использовалась где-то до 2011 года, и различные препараты иммунологического ряда, антипиди-1 и комбинация антипиди-1 и антиситилфо. Обратите внимание, что если мы посмотрим, то в принципе любой из препаратов иммунотерапии оказал значимое влияние на безрецидивную выживаемость и общую выживаемость при метастатической увиальной меланоме. И мы вступаем в новую эру лечения иммунопрепаратами этой опухоли. Исследование, которое для нас на самом деле стало уже рутинным, это исследование IMC-GP100-202. Я знаю, что мои коллеги держали этот препарат в руках, и я в том числе, и вот я сегодня продемонстрирую клинический случай. Исследование заключалось в том, что относительно новая молекула, рекомбинантный Т-клеточный рецептор, сравнивался с препаратами по выбору исследователя. Это химиотерапия и иммунотерапия антиситилфо и антипиди-1. И конечной первичной точкой была оценка общей выживаемости. И вот моя пациентка, которая обратилась ко мне в сентябре 2019 года. Первичное ее лечение было у специалистов-офтальмологов. Обратите внимание, что проведено было ФИШ-исследование и выявлена моносомия третьей хромосомы, что значимо продемонстрировало негативный прогноз для этой пациентки. Потому что на сегодняшний день мы обладаем знаниями, что есть определенные хромосомные аномалии и молекулярно-генетические изменения, которые позволяют нам простроить некий риск появления метастатических проявлений у пациентов с увиальной меланомой. И ввиду того, что была выявлена моносомия третьей хромосомы, пациентке была назначена адъювантная терапия в нашем центре интерфероном в средних дозах. Пациентка тщательно мониторировалась в нашем центре, и уже в апреле 2020 года мы выявили очаг в печени размерами до 10 мм. Обратите внимание, жалоб не было, и данные анализы не были изменены, в том числе ЛДГ как прогностический фактор. Уже в мае 2020 года мы тестируем пациентку по Ашаля генотипу, а это является основным критерием включения в исследование с табентофуспом, той молекулой, которая исследовалась в исследовании IMC-GP100-202. И у этой пациентки выявляется необходимый генотип А02. И она вступает в клиническое исследование. Спустя уже 10 месяцев мы регистрируем полный ответ по данным рентгенологического исследования. Пациентка лечится в нашем центре до сих пор. Ей в рамках программы расширенного доступа исследования для нее это продолжается. Мы можем наблюдать уже явление витилиго, обесцвечивание ресниц и бровей. И полный ее ответ, он
держится до сих пор. Обратите внимание, если мы посмотрим с вами на подгрупповой анализ, то складывается впечатление, что данная молекула работает лучшим образом, если мы выявляем метастатические очаги малых размеров. И если мы видим под стадием 1А и очаг менее 3 см, препарат Тобендафуз может иметь пользу при назначении. Если мы сейчас с вами обратимся к рекомендациям NCCN при лечении метастатической меланомы, то мы увидим примечание. Если вы увидите у пациента на определенную опухолевую нагрузку и пациент неблагоприятный по прогнозу, не рекомендовано назначение терапии Тобендафуспом, преимущественно рассмотреть вариант комбинированной иммунотерапии. И то, ради чего проводилось это исследование, это значимые показатели общей выживаемости 21,7 месяцев по сравнению с 16 на классическом режиме. И, конечно, мы понимаем, что препарат однозначно у ряда категорий пациентов будет иметь пользу. На те вопросы, на которые мы не можем ответить, я наблюдаю двух пациентов, которые получают Тобендафуз. Одна из них пациентка, это в клиническом исследовании, другой мой пациент, который приобретает этот препарат самостоятельно. Препарат обладает серьезной финансовой токсичностью, но у нас нет пока ответа, как долго продолжать эту терапию. Очень важно отметить, что терапия проводится еженедельно. И моя пациентка уже 3 года приезжает в центр каждую неделю в один и тот же день. Да, она относится к этому уже как к походу на работу, но вот это важный фактор, который пока ученые не знают ответа, это когда можно же все-таки остановить терапию. Циркулирующая ДНК, новые данные, может ли быть предиктором ответа, коррелировала как будто бы с лучшей выживаемостью. Можем ли мы сейчас использовать этот маркер? Пока тоже нет данных. В процессе исследования проводились биопсии на фоне терапии Тобендафуспом. И была корреляция с лучшим ответом в дальнейшем на анти-ПД-1 терапию, что складывалось и производило впечатление, что Тобендафуспом меняет полностью профиль опухолевый. Очень важно, что увиальная меланома отличается от меланомы кожи своими молекулярно-генетическими особенностями. Обратите внимание, драйверными мутациями являются мутации в гене GNAGNA11. Да, они запускают MAPK путь, но опосредованно. Активны и другие пути при увиальной меланоме, это PI3K/AKT путь и путь через протеин киназу С. Что нового мы на сегодняшний день имеем? Мы имеем исследование, результаты которого мы ожидаем, это исследование релатлимаб и ниволумаб при метастатической увиальной меланоме, также показалось интересные данные. Это ТИЛ-терапия. 35% частота объективного ответа, но неизвестно влияние на общую выживаемость. Новый таргетный препарат, ингибитор ЯБ, пока тоже продемонстрировал свою предварительную эффективность в комбинации с МЕК-ингибитором либо в монорежиме. Но нет еще окончательных данных, группа крайне маленькая. И интересное исследование, которое было анонсировано проектом «Идея», а ИАСКО выделила грант на это исследование. Это ингибиторы протеинкиназы С, это дарвасертиб, препарат нового поколения, который блокирует все изоформы протеинкиназы С и показал свою высокую эффективность в отношении метастатической увиальной меланомы. В этом исследовании был зарегистрирован 100% контроль над заболеваемостью. И новое антитело «Конъюгат», которое представила компания «Новартис», это DIP-688, это абсолютно новая молекула. И мы с вами знаем, что в этом году сделали «Конъюгат», они полностью изменили, по сути, мир онкологический. Это новое направление для нас. Но и для увиальной меланомы тоже произошло значимое событие. Но роль этой молекулы заключается в том, что она соединяется с антигеном на опухолевой клетке GP100, это MEL17. Таким образом, молекула проходит внутрь клетки и высвобождает абсолютно интересный новый таргет. Это CDZ-475, который оказал свое влияние на мутации GNAC и GNA11. Это первый ингибитор целенаправленный, который заблокировал весь патогенетический путь при метастатической увиальной меланоме. Такого ранее не было. In vivo на слайде представлено, что были тяжелые токсические реакции, поэтому вот этот вот агент CDZ-475 не мог применяться без вот такого вот проводника.
На слайде изображен дизайн исследования. Он состоит из двух фаз. Сюда вошли пациенты, которые спрогрессировали на тобентафаспе, и те у пациенты, у которых не было определенного HLA-комплекса, а это практически 50% пациентов. И обратите внимание, что, опять же, дозозависимый эффект. В зависимости от дозы препарата, а это 12 мг на килограмм, мы стали видеть и регистрировать, наконец-то, объективные ответы на этой терапии, что, в принципе, является значимым. И обратите внимание, мне кажется, для нас, для онкологов, это очень важный слайд. Токсичность 3-4 степени, она представлена в виде нулевого значения. Я думаю, что такого мы с вами еще не видели. Поэтому я надеюсь, что этот препарат все-таки будет в нашем активном пользовании. Но и мы не стоим с вами на месте. Я проанализировала данные лечения пациентов своих, которые обращались ко мне за последние 3 года. Это было порядка 157 пациентов. Мы видим средний возраст. Напомню, что наши пациенты значимо моложе среднего уровня, который представлен в мире. И медиана времени от изначальной постановки диагноза до развития метастатических проявлений – это 2 года. Это говорит нам о том, что мы с вами имеем крайне неблагоприятную подгруппу пациентов. Здесь мои пациенты распределились по вариантам лечения. И обратите внимание, что интересным было для меня это проведенный анализ комбинированных режимов, иммунотерапии и перфузии. Мы с вами знаем, что есть центр, представлен он в Костроме, этот центр от Института Герцена, и наши пациенты с метастатической увиальной меланомой, локорегиональное лечение перфузии печени мелфоланом получают в данном центре. И вот комбинированные режимы, которые были проанализированы в нашем центре, а это 14 пациентов, из них мы оценили 11. Обратите внимание, мы достигли объективных ответов при метастатической увиальной меланоме. А та подгруппа пациентов, которая была по проявлению метастатическим своим менее распространенный, и мы смогли провести стереотоксическую лучевую терапию, выиграла от назначения комбинированного режима. И хочу сделать важный анонс. Это медиана общей выживаемости наших пациентов. Она достигла 34,8 месяцев на комбинированном режиме. Напомню, что мы говорим о фатальной болезни, и мне кажется, мы не можем игнорировать уже эти данные. Это данные уже нашего исследования и то, что представлено пока в мире. Исследования наших израильских коллег, это исследование Гринберга, и Росси, это исследование наших итальянских коллег, которые тоже продемонстрировали пользу от назначения иммунотерапии, моноиммунотерапии, либо комбинации из ипилимаба и ниволумаба в отношении пациентов с метастатической увиальной меланомой, которым могли провести стереотоксическую лучевую терапию на отдельно метастатические очаги. И обратите внимание, что данные пациенты выигрывали и в выживаемости без прогрессирования, и по показателям общей выживаемости. Исследования по комбинированным режимам иммунотерапии и локорегиональным также сейчас идут в мире. Это американские исследования Scandinum и Chopin. Результаты представлены пока не полностью, но посмотрите на дизайн исследования. Это уже комбинация из агентов анти-PD-1 и анти-CTLFO вместе с перфузией через кожный мелфоланом. И я думаю, что на самом деле это очень интересное для нас исследование. И вот тот дизайн, который пока предлагаю использовать нам, и готовы мы всегда к сотрудничеству. И я знаю, что есть коллеги в лице и Дмитрия Петрова, которые поддерживают меня в этом, и я очень благодарна. И вот то дизайн исследования, который, мне кажется, мы можем рассмотреть пока, да, вот за неимением тех интересных препаратов, которые представлены в мире. Спасибо за внимание.